Всего через полчаса Кэт с детьми сидела в машине Штирлица. Еще полчаса Штирлиц мотался по городу, наблюдая, нет ли за ним хвоста, и слушал Кэт, которая рассказывала ему про то, что случилось с ней. Слушая ее, он старался разгадать, было ли ее поразительное освобождение частью к дьявольской игре Мюллера, или произошел тот случай, который известен каждому разведчику и который бывает только раз в жизни. Катюша, перебирайся назад. А что случилось? Ничего не случилось. Все в порядке. Теперь все в полном порядке. Теперь мы с тобой победители. Нет? Сейчас. Я у тебя возьму ее. Сейчас. Устраивай детей поудобней и постарайся заснуть.
Печку я выключать не буду, я тебя запру здесь. А ты куда? В моей машине тебя никто не тронет. А куда мы едем? Недалеко, не очень далеко. Постарайся заснуть. Тебе надо отоспаться. Завтра будет очень много хлопот и волнений. Каких волнений? Приятных. Штирлиц остановил машину за квартал от особняка Шелленберга. Только бы он был дома, повторял, как заклинание Штирлиц. Только бы он не уехал к Гиммлеру в Науэн или в Хоенлихен-Гебхарту. Только бы он был дома. Ему нужно было убедить Шелленберга в необходимости его отъезда в Швейцарию. Ему нужно было во что бы то ни стало получить выездные документы и немедленно. Бригада фюрер. Мюллер что-то знает о миссии Вольфа в Швейцарии. Да вы с ума сошли. Этого не может быть. Этого быть не может. А откуда об этом знаю я? Кстати, откуда об этом знаете вы? Я знаю об этом, потому что Мюллер предложил мне на него работать. А почему он предложил именно вам? Наверное, его люди вышли на пастора. Садитесь. Его люди вышли на пастора. Это наше спасение. И я должен ехать в Берн. Я стану вести пастора, а вы должны после моего сигнала оттуда дезавуировать Вольфа. Немедленно поезжайте в Берн. А документы? Или воспользоваться окном? Нет, глупо. Вы попадете в руки швейцарских властей. В конце драки они будут выслуживаться перед русским. Поезжайте к нам и выберите себе самый надежный документ. Я позвоню. Не надо, напишите. У вас есть перо? Лучше, если это вы сделаете своим. Я до сих пор не проснулся. В этом все дело. Штирлиц гнал.